Ну вот, Дэлс, если отключишь ограду, назад пути не будет. Так какой у тебя план? Возьмешь ее живьем, чтобы весь мир узнал? Или просто отомстишь за Реджи? Ну, милая, пусть все узнают, кто ты такая. Ток вырубаем, в башню попадаем. Ладно, это уже что-то. Даже если остальное все еще включено. Пригодится. Франира, ты меня спасаешь. Ранира, самое время мне помочь! Просите, и вам воздастся! Однако умеешь ты уравнять шансы! Хорошо иметь приятельных друзей! Давай не выражайся, Юджин!
Подожди, давай сюда. Это нужно видеть. Вот тебе еще трамплин. Ну, самое умное за сегодня. Похоже, тут нужен другой трюк. Похоже, вся крыша бронирована. Сейчас лучом попробую. Разрезать сможешь? Да! Если вы с ангелочком, меня прикроете. Не бойтесь! Я вас прикрываю! Пришел. Я наблюдала за тобой, Делсин Роу. Испытывала тебя, пока ты обучался своим трюкам. Я впечатлена. Да? Ну, я тоже про тебя все знаю. Ты подстроила аварию с Хэнком, выставила Юджина и Проныру монстрами, а себя героиней. Я защищала проводников. Защищала? За те 7 лет, что мой ДЭС, а не военные, контролирует проводников, ни один из них, то есть из нас, не погиб. Конечно. Ты просто сажала их под замок. Да, в Кердан-Кей. Чтобы спасти. От толпы, которая хотела их убить. Они не понимали, что так было лучше. Так ты все за них решила, да? Некоторые решения слишком важны. Я видела, как на тебя смотрят люди на улицах. Ты ведь знаешь, какая это редкость. Народная любовь к проводнику. Ты должен использовать свою популярность, авторитет, чтобы убедить их, что единственное решение проблемы биотерроризма — это мой ДЭС. Ты знаешь, что больше половины проводников, погибших в той резне 7 лет назад, были убиты военными. Если они получат власть, как ты думаешь, где гарантия, что это не повторится? Нет. Нет, я расскажу всем о твоем предательстве. Тогда посмотрим, кто тут настоящий защитник. Это же смертный приговор всем проводникам. Я тебе не позволю. Ты меня не остановишь.
хочешь мою силу? Будь по-твоему. Семь лет назад мое подразделение отправили спасать людей от нового врага. Проводников. Людей, чью силу никто не понимал. Они умели убивать. А еще делать других такими же, как они. Я подобрала одну девочку. Она шла следом за мной, пока я пробиралась назад к батальону. Вместе мы прошли через погруженный в анархию город, где все хотели нас убить за то, кем мы стали. Обычные люди превратились в линчевателей. Их приводила в ужас мысль о том, что среди них могут быть проводники. Мы никого не трогали. Но они видели в нас чудовищ. А когда в город вошли военные, те увидели в нас лишь угрозу. Я была проводником, была солдатом, но я не могла быть и тем, и другим. И я приняла решение. Это был единственный выход. Сдав живым первого проводника, я завоевала доверие властей. И это было только начало. Они дали средства на создание ДЭС. Они думали, что мы мутанты, которые ловят других мутантов. Но они не видели главного. Я хотела спасти как можно больше проводников. Если моим собратьям осуждено было выжить, то только за стенами Кердан-Кей. Семь лет. Я берегла их. Я никому не дам погубить свой труд. Ни правительству. Ни армии. Ни тебе. Семь лет ты просто держала их в заперти. Ты отняла у них свободу. Скажи, что бы ты сделал? Распахнул бы для них двери Кердан-Кей? Выпустил бы всех? Да, именно так. Мир за семь лет ничуть не изменился. А у меня безопасно. Они живы. Выпустишь, они и недели не протянут. Так скажи мне, кто из нас спаситель, а кто монстр? Ты добился своего. Молодец. Теперь у нас у обоих есть эта сила. Вот только нюанс. Я семь лет училась ей управлять.
Да. Говорят, это больно. Когда пыль наконец улеглась, сквозь бетонную оболочку были видны только глаза Августины. Но наполнявшую их ярость теперь сменил страх. Мы разрушили ее крепость, ее армию, ее планы на будущее. Скоро весь мир узнает, что она проиграла. Свергнута геймером, торчухой и провинциальным хулиганом. Толпа ликовала, видя, как уносит Августину. До этого никто и представить не мог, что люди и проводники будут заодно. А теперь я открыл новую эпоху. Те проводники, что годами сидели в застенках Кирдан-Кей, скоро снова выйдут на свободу и будут жить, как хотят, и сами выбирать свое будущее. Сам же я получил, что хотел. И теперь должен сдержать обещание. Бетти. Нелсон. Это ты. Их нет? Да. Пропали. Я же обещал вам. А остальные? Я только пришел. Начал с вас. Ты спас меня, Делсин Роу. Мы о Камише. Мы своих не бросаем так. А где Реджи? Реджи. Реджи меня спас. Я люблю тебя, брат. Мне будет тебя не хватать.